Дорогие мои друзья, хочу пожелать вам, чтобы вы никогда не отчаивались, верили в свои силы, родным и в чудеса. Побольше улыбайтесь, ведь хорошее настроение делает нас сильнее. Все самое наилучшее ждет вас впереди. Ну а я хочу пожелать вам сил и скорейшего выздоровления. Вы героические люди. Жизнь дала вам серьезные испытания, но вы должны верить в то, что все получится, и в то, что все преодолимо. Тогда действительно все будет хорошо. Помните, рак излечим. Мы держим за вас кулачки и надеемся, что вы преодолеете эту болезнь. Вы же туровые бати. Никогда не сдавайся, слышишь? Даже если шагать тяжело, даже если с трудом ты дышишь и бьет ветер в лицо крылом. Ты все сможешь, я знаю, ты сильный. Еще шаг, развеется тень. Расправь плечи, держи прямо спину, и наступит счастливый день. Никогда не сдавайся, слышишь? Верь в мечту, и ты к ней придешь. Даже если стучит по крыше непрестанно упрямый дождь. Я желаю, чтобы у вас были все здоровы, и чтобы вы поскорее выздоровели, и с вами можно было поиграть, и я, чтобы держу за вас кулачки, и поскорее хочу, чтобы вы выздоровели. Я вам желаю счастья и всех хлопушек, чтобы вы поскорее выздоровели. Желаю скорейшего выздоровления. Освободите мысли от негатива. Настройте себя и помните, что хорошим методом лечения является громкий, искренний смех. И вы победите эту болезнь. И, ребята, самое главное в жизни – смотреть на нее позитивно. Тогда этот позитив будет возвращаться к вам бумерангом. Поэтому я желаю вам идти к цели, достигать своих целей, быть сильными, уверенными и никогда не сдаваться. И думать только... Ребята, не отчаивайтесь, боритесь. Я желаю вам всего самого наилучшего, чтобы все ваши желания сбылись и скорейшего вам выздоровления. Время от времени каждому из нас подкрадывается болезнь. Кажется, что нет никакой возможности от нее сбежать. Остается только одно – бороться, сражаться и победить. Выздоравливайте, ребята. Я желаю вам счастья, здоровья, чтобы вы перестали болеть. Верьте в лучшее, и все сбудется. Ребята, я желаю вам всем выздоровления. Буду за вас держать кулачки, чтобы ваша жизнь и все мечты ваши исполнялись. Дорогие ребята, я желаю вам крепкого здоровья. Я держу на вас кулачки. Выздоравливайте скорее. Приезжайте к нам. Будем играть в прятки, догонялки и прочее. У нас тут много разных развлечений.